обнародованный в среду санкционный список Украины, в который вошли в том числе и европейские журналисты, вызвал немалое возмущение на Западе. Неприятно отметить, насколько низка компетентность украинского правительства в области основ международных отношений и культурной дипломатии. «Санкционный список – это очередная пиар-катастрофа для Киева», написал в Facebook немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд. «Вероятно, – иронично отметил Умланд, – авторами подобных инициатив движет неосознанное стремление к самоубийству. Самих западных журналистов санкции Киева немало удивили. Я никогда не был на Украине и не собираюсь в ближайшее время туда ехать. Даже не знаю, как я попал в этот список», рассказал агентству DPA немецкий журналист Михаэль Руц, слова которого приводит Deutsche Welle. В BBC санкции Украины сочли постыдным нападением на свободу слова и совершенно неуместными и необъяснимыми мерами. Беспокойство выразила и Еврокомиссия, еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан отметил, что решение украинских властей не соответствует европейскому духу. В свою очередь, в ОБСЕ заявили, что ограничения в отношении журналистов – это не тот путь, который обеспечивает безопасность. В четверг Киев все же исключил ряд иностранных журналистов из санкционного списка. Как заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины, решение принято в связи со значительным общественным резонансом и стратегическим значением отношений с Европейским Союзом.